Металлоконструкцию рядом с коммунальным мостом в Красноярске демонтировали. Ее горожане прозвали «железным пауком» из-за того, что металлический каркас портил вид на набережную Енисея. Демонтаж там начался еще летом, в июле, и вот строители закончили свою работу. Сейчас площадка разравнивается. По данным администрации Красноярска, на этом месте в ближайшем будущем будет создана платная парковка. Напомню, история этого долгостроя тянется с 2006 года. Тогда там планировалось возвести торговый центр. После того, как компания обанкротилась, площадку выставили на торги. Потом рассматривались разные варианты, как можно использовать эту территорию. В частности, там предлагалось разместить филиал Красноярского краеведческого музея. Вот что говорят о планах в департаменте городского хозяйства Красноярска. Демонтаж металлических конструкций недостроенного комплекса у коммунального моста завершен. Работы по приведению в порядок данной территории в настоящее время продолжаются. Параллельно разрабатывается проект организации платной плоскостной парковки на данной площадке с учетом всех требований безопасности дорожного движения. С просьбой оказать содействие в обустройстве данной территории муниципалитет обратился в Красцветмет. Завод инициативу поддержал. В дальнейшем эта площадка будет учитываться при развитии системы новых правил парковок в центральной части города.